Теперь выявлять рак молочной залозы станет простее, и гомельские айтишники представили уникальную распрацовку. По запыте Центра радиационной медицины и экологии человека резиденты гомельского технопарка «Корал» створили платформу по анализу рентгеновских сдымков. Штучный интеллект допоможет худко и докладно выявить рак молочной залозы и его стадию. За час, покуль урач будет доследовать даденные рентгена, компьютер с разумным софтом зробить одразу несколько заключений об стане пациенток, после яких перенакируя до онколога. Для женщин, чей узрост больше за 50, урачи рекомендуют проводить такие доследования штогод, как выявить хворобы на ранних стадиях. Особливо программа актуальна для регионов, которые потерпели от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сегодня компания выходит на международный рынок. Кроме офиса у Гомелі, еще один открыли у Бранской области. В этом году усходние соседи вельми зацікавлены у наших специалистах. Подписали меморандум об сотрудничестве с IT-кластером Сибири. Уход многих лидеров мировых в области IT-индустрии заставляют промышленные предприятия искать белорусских отечественных производителей. Ну и в частности, вот наша резидент сегодня активно работает по роботизации производственных процессов ряда белорусских предприятий. И не только белорусских, но даже уже сегодня и резидентов свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Технопарк «Корал» открылся 2 года тому. За этот час колькость его резидентов увеличилась утроя. Компании разных накерунков от будовництва до роботизации кооперуются с предприемствами региона и свободной экономичной зоны «Ратон». У технопарку так само развивают здольность самых малых генераторов идей. Зараз тут научается каля 1000 детей. Это один на Украине место, где электроника выкладывается детям с 6-годового узросту. А кроме того, яны развиваются по таких накерунках, как IT, робототехника и 3D-моделирование. Для этого педагоги распрацовали авторские методичные комплексы для школьников.